Доброго времени суток, друзья, с вами ВВ. И мы продолжаем играть в игрушку Робокрафт. И сразу пойдем в бой. У нас 9-й тир. Мы просто набиваем денег. Обменяем кубики на топовые, на черные. Сейчас попробуем снять удвоенный. Надо попробовать снять красиво. И посмотрим, что из этого получится. Так, уже стреляет. Вот для чего нужны трастеры. Он не клюнул носом, а немножко чуть-чуть пролетел. Там горка, конечно, небольшая, но все равно. Так, доктор. Ого, какой доктор. Затолкал меня в стену. Так, весь плазмер. Ихний доктор. Вот так вот уровень. Так, я похоже присел на... А, мне сняли трастеры. Вот сейчас будем прыгалкой выбираться. Так, зажимаем F. Все, вылез. Отлично. Так, ух ты, это не вперед. Так, где наш... Где наш доктор? Мне бы трастер восстановить. Вон там доктор. Туда и поедем. Так, у них остался один чувак. Вообще не страшно. Может и трастер не нужен. Великолепный бой, три фрага, мы в топе. Все прекрасно. Вот приблизительно так и надо играть. 21 тысяча без према, 43 тысячи удвоенного, 22 очка. Волшебно. Как вы могли видеть, дают обычно 14 тысяч, 17 за хороший бой. А этот бой очень хороший. На этом я с вами прощаюсь. Желаю всего хорошего. Желаю вам таких вот боев. Каждый раз. Всего хорошего.